В Одинцовском городском округе продолжает работу муниципальная горячая линия. Позвонив по ее номеру, можно получить актуальную информацию о ситуации, связанной с коронавирусом и профилактикой, а также о действующих ограничительных мерах. Операторы горячей линии смогут оказать информационную поддержку многодетным семьям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, расскажут всем желающим, как присоединиться к волонтерскому движению.